Добрый день! Сегодня мы поговорим об антиоксидантах и их пользе для организма. Здоровый и крепкий иммунитет может противостоять любым бактериям и вирусам, а для эффективной защиты организма очень важно присутствие антиоксидантов, задача которых – предупредить повреждение клеток и способствовать их восстановлению. К основным антиоксидантам относят витамин С, витамин Е, бета-каротин и селен. Они помогают для укрепления иммунитета в период восстановления после перенесенных заболеваний, особенно в период пандемии COVID-19. Компания Minsk Intercaps выпускает витаминно-минеральный комплекс «Антиоксикап» с селеном. Все компоненты препарата находятся в рекомендованной ВОЗ суточной потребности, дополняя и усиливая действие друг друга. Селен – мощный антиоксидант, усиливает свойства витаминов С и Е, участвует в регуляции эластичности ткани, защищает организм от вредных свободных радикалов, поддерживая тем самым иммунную систему. Европейский журнал фармакологии рассматривает селен как один из основных компонентов, применяющихся для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Ведь селен обладает антиоксидантной активностью, влияет на несколько типов иммунного ответа, включая выработку противовоспалительных белков и цитокинов, влияет на взаимодействие вируса с клетками организма, также обладает противовоспалительной активностью. Антиоксикап с селеном содержит физиологически приемлемый, органически связанный дрожжевой селен, который имеет хорошую переносимость. Антиоксикап с селеном показан для профилактики и лечения витаминно-минеральной недостаточности, для укрепления иммунитета в период вирусных заболеваний, для восстановления организма после перенесенных заболеваний, при повышенной физической и умственной активности, при астенизации организма и при неправильном и несбалансированном питании. Показан антиоксикап с селеном и тем, кто перенес вирусные инфекции, пневмонии и другие воспалительные заболевания, а также прошел курс химиотерапии. Антиоксикап с селеном – ежедневная защита вашего организма.